Всем известно идеальное сочетание черного хлеба со шпротами, но я вам покажу, как приготовить гренки из черного хлеба с яйцом. Это еще одно идеальное сочетание и блюдо на скорую руку для любого стола. Это праздничный вариант греночек. Вкусно также будет, если просто смешать измельченные яйца с майонезом и черным перцем, а затем вяложить эту массу на гренки. А на праздничный вариант гренок можете уложить кружочки хрустящего огурчика. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Поставьте яйца отвариться вкрутую, а хлеб поджарьте до золотистости с обеих сторон на масле. Зубчики чеснока очистите, а затем натрите ими хорошенько кусочки хлеба. Все кусочки хлеба намажьте тонким слоем майонеза. Яйца очистите, измельчите отдельно белок и желток, выложите их на хлеб, как показано на фото. Ставим лайк и подписываемся. И затем выложите на греночки шпроты, по желанию украсьте зеленью. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Нам понадобится: хлеб черный, 4 ломтика, яйца, 3 штуки, майонез, 2 столовые ложки, чеснок, 2 зубчика, масло растительное, 1 столовая ложка, шпроты, 1 штука, банка, количество порций, 4. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. До новых встреч!